этот человек Александр Барт. Те из вас, кто жили в России в 90-е годы, наверняка помнят шведскую группу Army of Lovers, едва ли не первых геев, которых стали показывать на российском телевидении. Впрочем, это было 30 лет назад, и за это время Александр Барт превратился в одного из самых известных и самых скандальных шведских философов. В России настоящий демографический кризис, и виноват в этом Путин, и никто другой. Это не Гейропа сделал или кто-то еще. Я бы хотел, чтобы независимый Калининград стал первым русскоязычным членом Европейского Союза. А она просто взялась за сиськи и сказала: «Мы за семейные ценности». Пришло время для восточнославянской культуры стать либеральной и демократической. Украина это доказала. Путин сидит в Версале, он не понимает того, что люди в новом мире на улицах Парижа уже умеют читать. Знаете, кто мне то же самое сказал? Алла Пугачева.